Аким Алматы Бауыржан Байбек призвал публично порицать воров зеленых насаждений. Сегодня в ходе выездного совещания по посадкам подрядчики заявили, что участились случаи хищения цветов. Глава города подчеркнул, что растения высаживаются на деньги из местного бюджета, то есть на деньги горожан. И кража цветов в этом случае – это кража у жителей Алматы. Поэтому Аким поручил активнее проводить разъяснительную работу среди населения, в том числе и в социальных сетях. Проблема – ворует народ. Везде частный сектор. Надо просто мягко объяснять, на каких отдельных примерах. Конечно. Показывать. Мы должны горожанам говорить. А если отдельные факты есть, их показывать, выявлять. В этом году за счет бюджета в Алматы высажены цветы на территории около 77 тысяч квадратных метров. Из них половину участков покрыли розы. В целом же площадь посадки сохранилась на уровне прошлого года, несмотря на сокращение финансирования на 20%. Напомним, что все работы по благоустройству и озеленению проводятся по направлению «Комфортный город» в рамках программы развития Алматы до 2020 года.